Придержи. Но пошло. Чертяка змееглазый. Погоди, плотва. Да? Что случилось? Ей стало полу... Нельфга. Расскажи что-нибудь о себе. Может... Только грустную. Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Мы, должно быть, разминулись. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18. И был такой парень, Гослов. Мать Неннеки. У тебя есть... Кое-что найдется. Будь здорова. Я-то знаю. Эльза черным дает. Скоро лаврушку будем жрать. Все зерно у нас забрали. Быстрее.